Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет выпуск про автотовары. Я вам сегодня в этом ролике покажу и расскажу про вот такой вот автомобильный матрац и про автомобильный органайзер. Сразу забегая наперед, очень полезная штука, мне понравилась, и у кого есть дети, прям очень годная вещь. Даже выехать где-то на природу, когда ребенку нужно уснуть, вы разложили этот матрац, он поспал, потом вы его вынули и положили на лужайке. Но давайте рассмотрим поподробнее два этих товара. Погнали! И начнем мы с автоорганайзера. Если такое слово, как беспорядок в багажнике авто, вам знакомо и применимо к вашему автомобилю, то вот вам на заметку интересная сумка-органайзер. Она позволит хранить все вещи в одном месте и поможет вам более эффективно и рационально использовать пространство багажника авто. Органайзер выполнен из прочной ткани, что делает его весьма надежным и долговечным. По бокам органайзер укомплектован ручками. Это делает его более удобным, если решили взять его с собой вне автомобиля. В органайзере очень удобно транспортировать различную автохимию, щетки, мелкие инструменты и тому подобное. На боковых частях органайзера расположились 4 небольшие карманчика, в которых удобно хранить инструкции, салфетки, тряпочки и другие малогабаритные вещи. Сбоку имеется ремешок на липучке для фиксации бутылки с омывателем любого размера. В случае загрязнения органайзера вам не составит труда вернуть ему первоначальный вид, ведь полиэстер очень легко чистится. Объем 16 литров. Можно, например, сложить в органайзер инструмент или другие снасти, а по приезду домой просто взять как обычную сумку и перенести его в дом или выложить в гараже, например. Весьма полезный и практичный товар. Достоинство сумки-органайзера в багажник в том, что он прочный, сделан с водоотталкивающего материала, есть специальные липучки, пришитые на дно и бока сумки, которые надежно фиксируют его в багажнике. Есть также регулируемый ремень для канистры или бутылки с омывающей жидкостью. Выдерживает такой органайзер вес до 20 кг. А вот у нас автоматрас на заднее сиденье. У него есть дополнительная секция, которая размещается в свободном пространстве между передними и задними сиденьями и создает полноценное спальное место, что в разы повышает комфорт при ночлеге в автомобиле. Это лучшее решение для длительных путешествий на автомобиле или просто отдыха на природе. В комплекте идет сам матрас, 4 надувные подушки, 2 из них для того, чтобы подложить проем для ног и комфортно разместить поверх матрас, и 2 подушки под голову. Также есть насос, который работает от прикуривателя, и 3 насадки, которые одеваются на насос и используются для накачки воздухом подушки и матраса. Вообще, такие матрасы – это исключительно умные решения для отдыха, если вы любите комфорт. Они безопасны для вашего здоровья и использования в автомобиле и на природе. Под весом тела человека он изменяет свою форму, что позволяет вам забыть, что вы вдали от своей кровати. Такого результата позволяет достичь универсальная технология в изготовлении и, конечно же, практичный материал. Его можно использовать не только как место для сна или отдыха, но и как дополнительное сидячее место, которое уменьшает вибрации в транспорте. В сдутом виде матрас помещается в сумочку небольшого размера. Это позволяет перевозить его в багажнике или в салоне машины, не занимая много места. Секции матраса надуваются отдельно, что позволяет использовать его как обычный матрас, который подходит для пикника или для пляжного отдыха. Он изготовлен из экологических и гипоаллергенных материалов. Верхняя часть покрыта бархатистым слоем, что предотвращает соскальзывание. Легко моется влажной тканью. Материал верхнего слоя стойкий к попаданию влаги и прямых солнечных лучей. Высокое качество винила позволяет выдерживать нагрузку в 400 кг. Тестировал я матрас на 2 машинах – Renault Kangoo и Opel Ascona бородатых времен. Расположиться можно без проблем в таких машинах. А если у вас вообще бус типа Т4 или других машин побольше, то это прям идеально будет. Я ростом 1,70 м и на матрасе лег без проблем. Также без проблем может лечь девушка с ребенком, например. Хотя, если вы выше и покрупнее меня, то вам тоже будет комфортно. Все зависит от вашей машины и ее размеров. А вот как выглядит телятко побольше. В принципе, что могу сказать, удобный автоматрац, и даже такой человек 1,80 м ростом, как Сергей, короче, ему удобно. И, в принципе, могут лечь без проблем. Ну, правда, маленьких.
Вот такие автотовары сегодня были у нас на обзоре. Ссылочки на них будут в описании, но замечу, что ссылочка будет только для граждан Украины, потому что мне прислали ребята с Украины эти товары. Но я уверен, что на других сайтах вашей страны будут похожие или точно такие же автоматрасы и органайзеры. Если вам понравились товары, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также пишите, где бы вы могли использовать этот матрас, ну или органайзер, он вообще нужен вам или нет. Всем спасибо за просмотр. Так, у нас идет дождь. Короче, будем закругляться. Пока.